пример нестандартной гидродинамики. Да, вот это работа совместно с моим учеником Владимиром Владимировичем Палиным. И сначала, конечно, по поводу названия. Значит, что я понимаю под словом нестандартная гидродинамика? Пример будет взят из книги Кудунова и Раменского «Синтезация закона сохранения». Значит, что значит нестандартная? Значит, во всех сегодняшних, насколько я знаю, методах расчета гидродинамики есть жесткое чисто математическое ограничение. То есть используется понятие определения гиперболичности Кудунова Лакса, который говорит следующее, что на критическом многообразии кратных собственных значений у нас существует полный базис собственных векторов. Ну, это ясно, что это не условие, не гиперболичность Петровского, никакого такого предположения нет. И когда-то Меоли Рассеянным показывал письмо Петровского Филиусу, где он, значит, ругался по поводу того, что таким ограничением они на самом деле на десятки лет вытянули большой блок физики. На самом деле так и произошло. Значит, в чем проблема? В те же годы, в 50-е годы, это много Ландау написано, много написано Пригожина, может кричать Ричардсона, масса авторов, которые говорили о том, что в начальной стадии турбуленции в эксперименте видно, что рождается двухскоростной режим. Ясно, что при условии Лакса Гудунова никакого двухскоростного режима родиться не может. Потому что есть знаменитая теорема Майде, которая говорит о том, что в фазовом пространстве мы можем любые две точки соединить единственным образом цепочкой устойчивых ударных волн, волн разрежения и контактных разрывов. И все. Значит, это однофронтовые режимы. И понятно, и никакого двухскоростного режима родиться не может. Поэтому в рамках вот этой как бы сегодняшней техники просчета гидродинамики факт экспериментального родиться не может. И поэтому масса вот сегодня, уже опять же из эксперимента, видно, что много вранья. То есть на самом деле сегодняшний счет дает чрезвычайно неточный результат. Связаны как раз вот с таким, значит, Пригожин, кстати, назвал это еще вот таким красивым названием «катастрофа Ремневиль». То есть, когда у нас классическая ударная волна Лакса, происходит бифуркация, она расщепляется на двухфронтовый режим. Вот я хочу как раз привести пример, где это происходит и где удалось доказать единственным образом определяется обе скорости. Значит, я это рассказывал несколько лет тому назад, еще когда был Василий Жиков, рассказывал на другом примере, на ученой системе Эйлера, показал, как рождается двухсотный режим, но там была у нас проблема, не было единственности. Ну и, конечно, Василий Васильевич сказал, ну, сам понимаешь, это может быть численная дурь, чего хотите, то и получаете. Ну, как бы, ну, все правильно говорил, пока нет единственности, разговор быть не может с точки зрения задачи Рима. Ну, давайте пойдем дальше. Дальше. Значит, дальше идем на модели. Значит, я рассказал по поводу... Да, ну вот такая модель. Модель очень простая. Вот эта модель, как видите, с двумя импульсными уравнениями, с одним уравнением для мелкой воды. Это вот модель просто взята у Гудунова. Ну что замечательно, у Гудунова, я потом, когда рассказывал в Новосибирске, они ее симметризовали. Ну что и происходит на самом деле во всех сегодняшних моделях, как только они натыкаются на то, что условия Гудунова Лакса не выполнены, они симметризируют. Вот эта симметризация не уводит от реальных результатов. Они симметризировали и убили на самом деле попытку понять, как рождается двухскоростной режим. Ну, по поводу ругался, но говорил, что виноват, конечно, Раменских, но сейчас, насколько я знаю, он пытается откорректировать его модель, чтобы можно было учитывать появление двухскоростного режима. Давайте пойдем дальше. Дальше. Да, значит, вот что возникает. Вот это и есть рождение двухскоростного режима. Потом я покажу, как доказывать, что такое возможно. То есть в начальный момент у нас идет обычные данные для задачи Римана. И возникает у нас разделение фронтов. И вот поехали два круга. То есть вот эта картинка, которую когда-то я еще услышал от Маслова, он ее назвал горбатым кином.
появление Горбатого Кинга, это есть как раз рождение двухскоростного режима. Вот это и хотелось бы уже... То есть поначалу-то получили сочинение совершенно случайно численно. Ученица как раз Годунова Феодоритова в высоте Келдыша. Но потом стало понятно, что это эффект, и надо уже вырезать нам самим и пытаться доказать. Идем дальше. Значит, ну вот эта вот модель, значит, что? Я рассматриваю задачу Рибна о распаде разрыва. Идем дальше. Значит, условия, значит, на скачки, значит, дальше. Значит, вот я записал матрицу потока. Да, значит, выписал собственное значение. Давайте посмотрим дальше. А именно плоскости. Что? Это одномерная, да, это одномерная система закона сохранения. Дальше. Да, ну посмотрите, возникает нетривиальный Жорданов ритм. Ну вот как раз, если не симметризовать, то появляется присоединенный вектор. Ну вот появление присоединенного вектора, это понятно, что это двумерность. Значит, присоединенный вектор – это же двумерное собственное пространство. Да? Вот оно и вызывает появление двумерной, на самом деле, ударной волны. Она и рождает его. Вот этот эффект и приводит к тому, что можно каким-то образом хотя бы привести пример и объяснить, как происходит бифуркация классической лаксовской ударной волны на двухфронтовой режим. Значит, что делается? Вот у нас есть многообразие. Оно разделяет все базовое пространство. Значит, там, где у нас, значит, здесь всюду есть присоединенный вектор. Вверху классический лакс, внизу классический лакс. Мы берем две точки здесь и здесь. Что происходит? Значит, ну давайте мы будем поднимать. Значит, я буду рассматривать только отрицательные скачки. Поэтому я поднимаю, начальник, поднимаю скачки так, чтобы у меня крайний скачок, значит, у минус. Сел у меня, значит, у минус у меня пара у плюс. Так, чтобы у минус у меня сел на практически многообразие. Я начинаю с лаксовской. Это лаксовская устойчивая ударная волна. Значит, я покажу, сейчас выпишу это условие лакса, которое гарантирует, что если я в систему законного сохранения добавлю вязкость, то там есть стабилизирующее решение. Когда я поднимаюсь сюда, что происходит? Происходит то, что у нас асимптотика была эксфункциальная при стабилизации, переходит по миниальному, она неустойчива. Значит, если мы попытаемся подняться вверх, у нас нарушается условие стабилизации. Значит, я лаксовской волной пройти не могу. Вот и нужно было показать, что здесь и возникает расщепление лаксовской ударной волны на весь. А условно сохранить как-то баланс надо писать. Ладно, дальше. Значит, ну вот это классика, это двухфронтовой режим. То есть задача Риммана через бегущую волну. Идем дальше. Значит, добавляю вязкость, перехожу в систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Дальше. Значит, условия стабилизации и, значит, условия лакса, сейчас я его покажу ниже, как раз гарантирует то, что есть стабилизирующие вещи. Идем дальше. Значит, это условия рантинг-бегония. Идем дальше. Да, ну вот условия внизу написано условия лакса. Значит, одно из условий, при которых, вот я этим условием буду пользоваться, которое гарантирует, что у меня вверху и снизу, если я буду подниматься, есть вот устойчивый, то, что лакс называл устойчивый ударный волна. Как странно. Оба неравенства сразу выполнены? Оба неравенства, конечно. Это есть два лаксовых условия. На верхнем и на нижнем. Лакс не лакс, там дело вообще было. Дальше. Сохранение энергии. Дальше. Значит, ну здесь омега больше нуля. Идем. Дальше скачок отрицательный для решения. Значит, критический удар волны, я по сути описал, что происходит. Значит, я выписал вот условия для критической ударной волны. Дальше. Да, вот чуть-чуть выше поднимите. Вот это важное условие, что у меня плюсовые значения, плюсовые константы для третьей скорости, для второй скорости, будем такое условие для нее, для критической ударной волны. Это как надо запомнить, потому что я дальше этим воспользуюсь. Идем дальше. Значит, а теперь давайте посмотрим, перейдем все-таки к попытке построить расщепление. Значит, давайте рассмотрим фронтовой режим.
Чем проста эта модель? Она расщепляется. То есть первые два уравнения это только относительно двух функций. И есть третье уравнение, в которое, если я решу первые два, то я спускаюсь в третье уравнение относительно второй скорости. Для первых двух классика я выписываю опять же условия лаксовские и получаю стабилизирующее решение. Оно есть. А пси в и дубль в это что такое? Значит, три компоненты скорости? Две компоненты скорости в и дубль в, а фи это высота. Не мелкой воды. Замена перемены сводится. Вот. Хорошо, значит, есть две скорости, обе головы гаги. Значит, вот это уже написано. Однако это, так сказать, двумерная задача. Ну, это значит, у тебя три уравнения, три закона сохранения, а значит одномерная. Х и Т только. Мы делаем только одномерную задачу. Но это система. Но это смесь, да? А, смесь, да, это смесь. Да. Это Годунов и писал ее как смесь. Двухкомпонентная смесь. Да, двухкомпонентная. Это была двухкомпонентная смесь, в которой родилась вторая компонента, и мы считаем, что ее плотность константа, С, которая была бы написана просто в уравнении для... Во втором уравнении, чем отличается второе уравнение от третьего, что там есть константа С, это есть концентрация вновь родившейся просто. Вот. Ну вот это, значит, опять же подставляю. Дальше. Значит, фи и в я могу решить, потому что у меня система расщепилась. Поэтому здесь просто все классика работает, я получаю нужное мне решение. Идем дальше. И все сводится в третье уравнение. Значит, вот я выписываю условия Лакса для первых двух уравнений, чтобы получить условия стабилизации физических решений. Идем дальше. И вот третье уравнение. Значит, все сводится, на самом деле свелось в уравнении Рикарди. Вот. И тут для нас как бы масса было удивлений, и в прессу писали, и с прессом разговаривали. Оказалось, как бы по поводу стабилизированных решений мало какой информации. Поэтому всегда хотелось куда-то сослаться, а тут пришлось, в общем, вылезать и делать сами. То есть, как видите, все вошло сюда. И на самом деле построение двухфронтового режима будет как раз для второй скорости, для дубль. Фи уже известна. Но она стабилизирует, очень важна ее асимптотика. Ну, потом будет быстро. Идем дальше. Значит, я теперь расписываю W, как двускоростной режим, подставляю, идем дальше. Значит, это условие на константы дальше. Ну, естественно, вязкость я тоже вставил. Ну и смотрите, значит, что я дальше сделаю? Я в системе систему уравнений, которую там получаю, там есть два разных масштаба. Z и Z1, да? Вот согласование этих двух масштабов мне позволяет на самом деле разделить задачу на обыкновенное уравнение и уравнение параболическое, и будет стабилизация параболического уравнения. Идем дальше. Ну, смотрите, чуть-чуть выше поднимите. Значит, я относительно А. Видите, я выделил вон то уравнение, которое содержит фи, известную функцию. И здесь будет у меня время рекать, я сейчас выпишу все, что я о нем получаю. Получается строго на одном решении. Вот уравнение с двумя точками, омега, а с точкой, да. Вот 22. Секундочку. Вот там знак равенства нет. А, 0, извините. То есть вот все это равно 0? Да, это все равно 0. Извиняюсь. Это все равно 0. Значит, я, грубо говоря, выделяю главную часть того, что останется от лапсовской волны. И идет с той же скоростью омега, как и пришла лапсовская волна на критическом многообразии. Я выделяю то, что удается пройти. И энергетически будет интересно, куда будет перекачка энергии. Как энергия перекачки из лапсовской ударной волны перейдет на вторую бифуркацию. Идем дальше. Вот. А где второй, видите, я выписываю параболическую уровень. То есть понятно, за счет того, что у меня разные масштабы, у меня появилось время. Ну, давайте сначала первое уравнение. Давайте идем в первое уравнение. Дальше. Да, ну это начальные данные, естественно, для бодрелевое. Они будут какие? Я стартую с критической ударной волны. Начальный момент, у меня критическая ударная волна. Я вычитаю то, что получил А. Правильно, потому что они в сумме дают W. Вот это очень важно, что у меня здесь критическая ударная волна, не что-либо другое. Идем дальше. Значит, вот уравнение для этого уравнения, для одного уравнения А, там все выписывается слово Гибоне, все однозначно определяется, идем дальше. Значит, я один раз его проинтегрировал,
Ну и вот для ранней рекатии есть очень простое, на самом деле, условие гарантировать существование стабилизирующего решения. Идем дальше. Надо коэффициент приомега подставить в уравнение. Вот коэффициент приомега подставить в уравнение. Дальше. И если выполнить условие знака, то это и есть и гарантия стабилизирующего решения. Значит, не трудно без труда доказывать, что оно строго монотонно, это решение. И вот опять важное условие, что у меня А плюс, то есть константа, которая у меня там возникает, там меньше, чем у меня. То есть у меня у монотонно убывающее, поэтому это предельная константа справа, она меньше уровня. А, идем дальше. Значит, я написал для А плюс, если ее формулу, то здесь все однозначно определяет. Мы все про это знаем. Теперь идем в B. Теперь мы идем в B и смотрим, что у нас же, когда я подставил B, у меня же входило А, которое было с другим масштабом. И я что делаю? В этой А, чтобы во что время для B, ставлю масштаб Z1. Ну, ясно, появится невязка. Значит, вот эта невязка, которая там возникает, она... Сейчас. Да. Давайте вверх подниму, я покажу. Прорвались в уровень, покажите, пожалуйста. Ты все-таки безумно торопишься. Сейчас. Выше поднимите. Когда ты говоришь два разных масштаба, они что, существенно разные? Вот это как-то не так. А скорость омега-1 у тебя разная? Ну, разные, но они как? Двое, 10 раз. Не важно, главное, что они разные. Просто один не равно другому, поэтому у тебя два масштаба. Z и Z1. Понятно, да? То есть перемены, которые представляют бегущую волну, они разные. Поэтому я беру ВА, да, ВА, перехожу в Z1. Ту перемену, которая для B. Но будет невязка, я должен что? АЗ вычесть АЗ1. Вот эта невязка, которая возникает, значит, доказывается. Вот видите, вот я ее просто выделил. Вот F. F это как раз та невязка, которая возникла за счет перехода. А там опять уравнение вверху, обыкновенное уравнение, это уже, если производы по P убрать, да? Возникает обыкновенное уравнение, в котором у меня все относительно второго масштаба Z1. Вот, это оказывается мало. И что, кстати, мне позволит перейти к стационарному решению, это потом. А давайте сначала его просто отбросим. Да, и сведем задачу к тому, что эти члены будут маленькие. Да, и, вверх. И тогда, значит, вот возникает уравнение для B, опять обыкновенное уравнение. Опять я проверяю условия того, что есть стабилизирующее решение. Но смотрите, какая прелесть. Если написать условие Дегонья, то у меня выскочила константа B плюс от B. И тогда что получается? Что если B плюс у меня не 0, то я однозначно определяю вторую скорость. Почему-то Рэнкина. Ну ладно, все. Вот в момент, когда пишется 28, функция А уже известна. Да, в этом все дело. То есть, в принципе, можно было бы вот из того уравнения вычесть, из B вычесть омега-1, ну, как-то оно... Я не вычел, я просто подставил себя А, а поставил А, но оно Z. А там все записано относительно Z1. Поэтому я говорю, что я должен был уравнять масштаб. Уровень масштаба ясно привело к дефекту, да? Вот если этот дефект пока отбросить, потом самое главное на нем потом сработать, то тогда мы вот приходим к такого красивой вещи. Мы получаем, что B плюс не 0. Что это значит? Что мы не выходим на ту предельную константу, которая была справа у критической ударной волны. То есть там какой-то зазор. Вот если мы до нее не дошли, то видите, он медленно определяется однозначно. Мы однозначно выстраиваем всю. Все решение о распаде разрыва. Идем дальше. Значит, решение будет монотонным в этом случае. Дальше. И появляется вот какая-то. Значит, да, ну здесь, естественно, относительно, если смотреть самого уровня рекати, раз я отбросил тот член, то если я отойду от начала по времени, да, то по любому темпу я написал, какого порядка, правая часть будет лопаться. То есть это говорит о том, что довольно-таки быстро мы выходим на двухфронтовой режим. Но как он рождается, пока я не писал и не знаю. Идем дальше. Вот какая картинка получается в этом случае. Значит, если у меня А плюс не равняется W плюс критическому, да, то появляется вот монотонный распад разрыва. И вот он просто аккуратный выписан.
А теперь идем в самый интересный случай. Идем в самый интересный случай дальше. Вот теперь хочется вот эту ситуацию рассмотреть, пока мы ничего не знаем про омега, как бы появляется огнепрерывный спектр, чтобы поначалу на этом остановились. То есть не было теоремы единственности. Идем дальше. А, вот теперь вот эта невязка. Ну, значит, можно посчитать и показать, что она предстремляющая бесконечно, она стремится к нулю. Это невязка, тогда что? Ну, ясно, я там выписываю стационарное решение. Выбираю V и опять его исследую, это стационарное решение. Понятно, тогда выписываю его условия Гегония, дальше мы поднимаем. Опять выписывается вот это условие знака, которое гарантирует себе стабилизирующее решение. Но самое красивое другое. Для Рикати я могу сказать, как вычисляются все предельные константы. Из параболы Селева. Опять же, да. Вот это то, что слева, то, что справа меньше нуля, это очевидно. Да, а это есть условие того, что есть стабилизирующее решение. То есть я беру опять вместо B, видите, я хорошо делаю, я беру коэффициент при B. Коэффициент при B, вот коэффициент при B, да, и вставляю его в уравнение вместо B. Это и есть вот проверка того, что есть стабилизирующее решение. Довольно простое уравнение Рикати, достаточное условие. Да. Ты сказал, что это условие, а это не условие, а теорема. Ну, теорема, конечно, да. Она это вышла уже, довольно пришлось писать. Мы это тоже говорили, с призом в России, он отослал свои книги, там это ничего нет, пришлось писать. Это вышло уже на семинарах труда Кедрова. Это вообще. Довольно большая статья. Вот это условие знака, если выполнил, то все, есть обезвижность решит. Это теорема. Это есть обезвижность. Но самое удивительное другое. Да пошел ты! Самое удивительное. Что-то про B квадрат. И слева и справа у нас неправильно получается. Юрий Александрович, для тебя неправильно. А что? Для вас правильно? Да, теперь дальше. Идемте дальше. Идемте дальше. И вот смотрите, из того, что мы знаем, как что константа справа есть максимум, константа с минимум есть минимум, да, и вспомним то условие, которое было для критического ударной волны. Совмещение всех этих условий показывает, что у меня омега-1 в этой ситуации определяется однозначно. Итак, омега-1 для стационарного решения, это опять обыкновенное уравнение, там никакого t ничего нет. И поэтому там это есть константа. Мы поначалу думали, что она зависит от t. И много возились, пытались как-то аппроксимировать, думали, что омега-1. Нет, оказалось, она константа. И это вот удивительный факт. Да, да, Саша? Сейчас, но там то есть, это не вязка, она только стремится к нулю. Теперь да, значит, что я сказал? Значит, стационарное решение позволяет определить омега-1. Теперь я все свожу к задаче стабилизации для параболического уравнения. Вот, это и есть момент рождения второй волны. Вот это следующее. Идем дальше. Ну вот, видите, эти соотношения просто выписал, с которого следует, что у меня однозначно определяется омега-1. Идем дальше. Ну, теперь смотрите, значит, а что, я, естественно, вычитаю стационар, смотрю возмущение относительно стационара, и для возмущения переписываю все это уравнение. И дальше у меня вопрос к аудитории, и я вам у многих спрашиваю, дайте куда сослаться. Параболическое уравнение, начальные условия целиком, потому что я вычел стационарное решение, нелинейная квадратичная часть, как стабилизируется? Вот не можешь сказать, кто это сделал? Стоп. Оно слишком длинное. Квадратичное очень. Просто по Y, у тебя. Ну, это же Рикати. Из Рикати я получил параболическое уравнение. Да? По Y оно не линейное, квадратичное. Да, но это не квадратичное, а Y на Y штрих, да? Ну да. Вот там, ну там все вот выписано. Я говорю слишком. Нет, Y на Y. Да. Вот это та нелинейность, которая здесь возникает. Вот кто-нибудь делал это? Мне кажется, Данила вроде спросил. Я спросил, он не знает. Я уже с ним говорил. К Денисову я тоже обращался. Денисов сказал, он тоже не знает. Вообще это немножко похоже на вес токса, такого одномерного. Вот. Да, да. И может быть пройдет техника. Я думаю, что никто не делал, но может быть пройдет техника вот
Пилецка, с Салоников, вот это. Ну вот, в общем, Майя Лесников, да, честно говоря, пока я не вспомнил опять Василия Васильевича и не применил ту технику, которая нас удивил когда-то. Это то, что называется переход представления слуха. Вот, кроме вот этой тяжелой техники, я ничего другого мы не смогли сделать. Никаких оценок получить рассмотреться. А надо было дальше что? Надо перейти к периодизации задач. Вот это и была идея Василия Васильевича. Идем дальше. Значит, ну вот это оценка, значит, той правой части, которая там, те весовые пространства, которые, по сути, мне придется работать. Идем дальше. Вот. Вот это и есть представление блока. Это такое вот странное превращение Фурье, да, за счет введения параметров задачи сведу периодически. Идем дальше. Значит, ну здесь просто выписываю все эти формулы для этого превращения, там прямой и обратный, идем дальше. Значит, выписываю решение вот в таком виде, оно уже здесь периодично, подставляю в систему. Дальше. А, ну, это уже, ладно, это эти оценки для норм, не столь важно. Важно то, что у меня, я буду искать решение достаточно стабилизирующее. Здесь всего хватает. Здесь стабилизация больше, чем единица, да, на x квадрат плюс единица. То есть такой стабилизатор не обязательно эксплуатационный, хватает степенной стабилизации для того, чтобы все вот эти ряды, которые там выписаны по привязанию блока, они, чтобы они сходились. И тогда я получаю систему равномерных уравнений. Дальше. Да, ну вот, да, я подставляю вот Барбарис. Вот видите, в каком виде я буду искать y1 через превозвание блока. Идем дальше. А, да, ну вот все вот получили систему равномерных уравнений. Дальше. Да, система с таким например, нерезонный оператор. Значит, что дает вот эта система? Работа с ней, что просто? Просто, что при фиксированном параметре существует глобальное решение, это достаточно просто показывается. Зачем нам понадобилось перейти? Я не понял, как писать весовые функции. Для того, чтобы получить стабилизацию, я не понимал, как писать весовые функции. А привязание блока позволяет написать ее в образах блока через кап. И тогда он получается сначала экспоненциальный, что здесь как бы есть, да, потом степенная, а потом попёрный логарифм. И вот в их представлении написать, я и до сих пор не знаю как, но весовое пространство там выписывается, это может все сделать. И доказывается, что есть стабилизация книг. То есть в этих соответствующих весовых пространствах, отвечающих решениям превозвания блока, значит, решение стабилизируется. Но тем самым я задачу закончил. Потому что ясно, что у меня довольно-таки быстро решение как раз выходит на что? На А плюс решение стационар. И вот это стационар, и это и есть вот та вторая волна. Значит, опять же, Пригожин ее называет предвестник, потому что омега-1 больше, чем омега, который здесь и разбирается. И она и дает ту картинку, которую мы получили числа. Ну вот это как бы на таком примере грамотное обоснование, что это, наверное, имеет смысл, и что очень может быть, что в общей ситуации, но это уже делает мой ученик. Сейчас есть немножко время, я расскажу о его результате немножко. Сколько осталось? Еще. Дерьма, это не хватит. Вот, потому что на этом пути, конечно, ничего не сделаешь. Тут я уже руки поднял и сказал, что я это заканчиваю, пусть делает он. Он так, пошел... А все-таки стабилизация, да. Ну, как сказать, с какой скоростью? Ну, в L2 есть, как минимум. Это нет, скорость. Ну, нет скорости, она, я тебе говорил, я выписываю для стабилизации, для блоковского представления, для тех обыкновенных уравнений, которые там есть. И она разная в зависимости от как. Я разбиваю на интервалы пока, по которым я ее выписываю. Я не могу ее в их представлении написать. Да, это стабилизация. Нет, но норма L2 стремится к нулю. Тебе достаточно? Да. То есть интеграл по L2, по T, L2 по T, он ограничен. Но на картинке-то у себя, она сходится довольно быстро. Ну, Саш, что могу, то и пойду нет, пока. Я понимаю, но все-таки тут ощущение такое, что нужно какую-то... У меня единственное, в чем я умею, что тут логарифм.
Я не могу сделать пока. То есть что, как алгоритм? Ну, не алгоритм, там степень будет, да. То есть я параболической не будет. Я думал, как обычно параболическая стабилизация. Но она не получается никак. Я был уверен, что здесь ну, параболик еще будет. Ну, не знаю, надо смотреть еще. Не понимаю, Саш, пока не понимаю. Правильно. Вот, Жень, что скажешь? Ты-то в этом вас. Я не знаю. Женя как раз самый большой вас. Не знаю, ну, говорит, ну, пока что, что смогли, то сделал. То есть нам поначалу все-таки нужно было обосновать идею, что рождение двухцарственного режима связано с тем, что у нас появляется присоединенный вектор. То есть есть у нас двумерный собственный пространство. Вот это вот самое. Теперь немножко просто слов вот, по поводу того, другим путем пошел вот Паля. Вот как раз из-за того, что мы до конца не смогли ничего сказать, он сделал вот, он на что обратил внимание, что здесь же, к счастью, все сваливается в один закон сохранения, который мы ищем. И он применил подход Ольга Сильно-Олейник, сделал замену W, есть производный по X от неизвестной функции. Получил уравнение Гамильтона и Кроль. Дальше классика. Перешли в фазовое пространство, да, написали все траектории, траектории сделали петлю. Вот об этом нам помог Шипалевич аккуратно все это сделать. Оказалось, что появляется петля. Поэтому мне это больше нравится, вот, чем то, что я сейчас рассказывал. Это как бы обоснование того, что еще есть. А появляется, вот так вот ведет себя, переливая фазу пространства. А это говорит о том, что мы получили как в каустике, да? Значит, теперь нужно что? Выэкспериментировать. Вот он придумал некое обобщение золотого сечения, что позволило выписать проекцию и написать классификацию D-штрих решений. Значит, среди этих D-штрих решений оказались два, которые я сейчас вот сказал. Одно монотонное, первое, да, и второе в горбатом кино. Но там еще появилось третье, которое таким образом получить нельзя. То есть оно не вязкие. Это два вязких решения, если в лаксовском духе. Да? А здесь еще есть одно невязкое решение, что у нас еще включается волна разряжения. Тоже двухскоростная. И это вот показывали физику, они говорят, что такое у них возникает. Луцкий мне сказал, такой замечательный вычислитель есть в университете. И он сказал, что такое есть. Но теперь надо понять, как это обосновать. Но такого решения нет. То есть надо провести классификацию полученных D-штрих решений и понять, ну, что-то другое привлекает, насколько они физические. Но вот это мне больше нравится, вот это красиво. Вот, эти три решения, они вот связаны. Да. Уже на разные бывают. Она может, не так, она может вот такой быть. То есть зависит от того, какая здесь петля, в проекции получаются разные решения. Ну и конечное число, и они все выписывают. Это петленомодальную волну. Это типа правил площадей, да? Вот некое обобщение до правил площадей, правильно, точно совершенно. Поэтому я сказал, что это есть некое обобщение золотого сечения. Вот. Это мне очень нравится, это вот в духе школы Масловской. Мы им кланяемся, потому что использовали их материалы даже для лекций для студентов, но это вот это помогло. И это уже то, что надо. Если он это добьет до конца, то тогда действительно будет доказано, что слово нестандартность надо убирать, а надо просто переписывать все сегодняшние модели счета гидродинамики. Притом вот этот эффект возникает не в кристаллизации, они тоже там симметризуют. А в кристаллизации происходит, когда видно по картинке, да, как возникает дендрит. Идет сначала расщепление, появляются два скоростных режима, так как растет кристалл. Это видно просто даже по срезам, которые я снимаю. Значит, там тоже надо уходить от симметризации, но убивают неверные решения. И это сейчас говорю, много экспериментов, которые показывают, что ошибка на порядок. В начальной стадии ошибки на порядок. Это вот все, что я хотел.